Всем привет, друзья! На обзоре томат Матросик. Очень красивая перцевидная сливочка полосатого цвета от компании Аэлита. Куст у Матросика низкорослый, штамбовой формы, высотой до 50-60 сантиметров. Лист темно-зеленый, картофельного типа. Плоды вот такие вот красивые, перцевидные, полосатые, красные, в желтую полосочку. Очень классный и очень красивый, как видите. И мякоть у этого сорта вот такая, красного цвета, мясистый томат и двухкамерный. Очень плотный, хорошо подойдет для консервации. Давайте посмотрим, сколько затягивает плод. Покрупнее посмотрим. 102 грамма. Ну, это чуть поменьше. 82 грамма. Вот этот 90 до 100 грамм. Последняя циферка у меня не работает. 73. И кусочек 48 грамм. Сорт очень красивый. В консервации не растрескивается. В литровую баночку можно консервировать для тех, кто немного ест. Не обязательно трешку брать банку, в литровую. Таких плодов поместится достаточно много. Ну, как огурчики. И, как видите, и длина такая огуречная. Очень вкусные эти томаты, консервированные с кетчупом чили. Получается очень такой пикантный, интересный вкус, плюс, ну, вот эта их полосатость придает особого такого, особой красоты. Очень красиво они смотрятся в банке. Ну, посмотрите, очень красивый. Есть много полосатых перцевидных сортов томатов, но я люблю именно этот сорт. Мне он очень нравится. И вам также советую выращивать томат Матросик. Во-первых, он низкорослый, можно не подвязывать, они хорошо держат форму кусты, штамбовая форма, они падают, и до вспышки каких-то там заболеваний они отдают урожай, успевают. Ну и тем не менее, несмотря на то, что это низкорослый и среднеспелый по сроку созревания сорт, он плодоносит очень долго. Урожай можно получать практически до заморозков. Ну, зависит, конечно, от погодных условий и от погоды. Ну, сорт достойный. Если хотите семена Матросика, под видео в описании есть ссылка на мой сайт. Заходите и заказывайте такие семена. А также в комментариях обязательно напишите, выращивали вы этот сорт или нет. Поэтому мне очень, ну, очень важно мне знать, как он в вашем регионе растет. А также, если не подписаны на канал, подписывайтесь. Я снимать буду много, вон стоит томатов, обзоров. Будет очень интересно. Всем пока, до новых встреч!